Только не это. Я думала, весь этот кошмар уже закончился. Ирина, вы не беспокойтесь. Если Агафонов сунется сюда, мы рядом будем. Мы защитим вас. Угу. Кто-то еще знает про этот адрес? Ну, квартира съемная. Я сюда месяц назад переехала. Пару коллег с работы и все. А где вы работаете? Я на хлебозаводе. Менеджер по упаковке. Ира, ваша бывшая свекровь могла узнать этот адрес? Господи. Она же мне помогла туда устроиться. Она там всю жизнь проработала директором на хлебозаводе. Значит, да. Да, могла у коллег. Ну что, Туч, располагаемся поудобнее. Возможно, мы здесь надолго. А может, тогда чайку? Да, конечно, кухня там.